Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы решили устроить такой мини-тест-драйв и решили на показ вывести два наших малыша, два гранулятора, один на 7,5 кВт, другой на 4 кВт на прямой передаче. У одного матрица в диаметре 208 мм наружный диаметр, у второго матрица 154 мм. Семерочка и четверочка у нас сегодня оснащены мини-шнеками и дозаторами. Мы сегодня проведем такой мини-баттл, как они гранулируют. Оба гранулятора оснащены амперметрами, оба гранулятора оснащены хорошими надежными редукторами, гипоидными редукторами, бесшумными редукторами, а также тепловой защитой. И вы сами можете посмотреть, как будет происходить грануляция, и в любой момент можете заказать данный аппарат, или такой, или другой аппарат, на который обязательно будет предоставлена гарантия, сервис с любыми матрицами. В принципе, решаем любые вопросы по гранулированию разных всевозможных ингредиентов. Спасибо большое за внимание.